Всем привет! Сегодня показываю, как включить Т9, то есть автоподсказки на фирменной клавиатуре от Xiaomi. Давайте я что-нибудь введу, и вы посмотрите, что никаких подсказок нет. Подсказки должны быть вот здесь. Какое-то время назад я даже не знал, что клавиатура Xiaomi поддерживает Т9 для русскоязычного написания, но затем зашел в настройки. Что мы делаем? Нажимаем на вот этот символ, 4 квадрата. Далее находим настройки. Это знак шестеренки. Здесь выбираем вот. Включаем варианты исправлений и подсказывать слова. Также вы можете включить автокоррекцию. Это уже по вашему желанию. Давайте проверим. Как видите, Т9 работает. Подсказки на месте. Кстати, если у вас клавиатура Gboard, она тоже поддерживает Т9, то есть автоподсказки. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.